Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Добрый день, семьи военнослужащих, исполняющих свой долг специальной военной операции. Необходимо обратить внимание, что системная работа по выплатам военнослужащим и их членам их семей продолжается. В настоящий момент нами непосредственно определены новые правила или усовершенствован порядок по выплатам добровольцам, которые изъявили такое желание, соответственно, в добровольном порядке. И, соответственно, определено, что даже если доброволец участвовал менее 2 месяцев и окончился срок его, так сказать, службы, по независимым от него обстоятельствам, республиканскую выплату он получает. Также вчера был определен порядок обеспечения детей военнослужащих до 3 лет адаптированной молочной смеси. Для его получения необходимо обратиться в специализированные пункты питания и, соответственно, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность в виде паспорта, а также требования на полноценное питание, которое у нас выдает участковый педиатр. Продолжается работа медицинских групп на территории как Республики Саха-Якутия, так и на территории госпиталей в разных субъектах Российской Федерации. С сегодняшнего дня психологи Центра социально-психологической помощи по поддержке молодежи в Республике Саха-Якутия также приступают к психологической реабилитации лиц, находящихся в госпиталях, в помощь клиническим психологам. Помощь семьям раненых и погибших, непосредственно, а также по поиску пропавших без вести продолжается. И в работе еще более 200 сообщений. По ним и по всем работаем.